СБУ в Черкаській області перехопила телефонну розмову російського строковика, якого Кремль кинув на захоплення Миколаєва. Його підрозділ вщент розбили українські захисники. Да, нормально. Да, вчера точка У на нас ушла, впала. Да ладно. Сбили ее или нет? Нет, пала, да. И что, погибший есть? 6 300-х, 1 200-х, 6 300-х раненых? Да, 1 200-х. Все наши машины. Осталось 2 машины и 2 танка. Колесная техника вся ушла. Все, лобовые, все стекла, все колеса, вот баги. А снаряды все снаряды. Еда, все вообще, просто ничего нет. А, без еды, без снарядов остались? Вообще, да, вообще ничего нет. Ни воды, ни еды, ничего. Минимум 60% боевой готовности минус. И вы остались, сколько вас там осталось, блядь? 30 человек. Без оружия, без я считаю, остались. Ну, автоматы, да. Если бы нас не было бы окопов, мы все, представь, все бы ушли, все. А парня этого как убило? Шею. Все кости перемоло. Ну да. Он даже себе укол этот, промедол, он не помогал. Боли, ну, понятно. А что говорят вообще? Ничего, окруженный. Да? Все, сразу же в отказную первую машину, ты не тот боец, который это умеет делать. Да тут мы все не такие, Рафон. У нас ничего нет. Объясните, скажи, что я на мясорубку не собираюсь. Я вот как не захожу в телеграм Николаев. Нет, не могут сядь, вообще никак не могут. Техники нет, сил нет, Рафон, вообще ничего. Чтобы этот город взять, надо 1000-1020 человек, надо. 1020. Чтобы этот город взять. Столько ракет, столько всякой но здесь ничего нет, чисто тыл. Правили сюда, чтобы мы этот город взяли. Мы его возьмем. Вы не возьмете это в любом случае. Поговорите с командиром, скажи, все, нам тут делать нечего. Мы отвоевали уже. Я тебе серьезно, с ребятами Рафон, соберитесь. Понятно, Рафон, ты кто тут служит, похоже, никто.